Международный авиационно-космический салон проходит в эти дни в Жуковском. На форум съехались представители промышленных предприятий, авиакомпаний с разных континентов. В числе участников оказалась и ульяновская делегация. Работа на МАКСе началась для ульяновцев с панельной дискуссии «Региональная кластерная политика в авиастроении». Ключевым для обсуждения стал вопрос о территориальных подходах при формировании федеральной и региональной кластерной политики. Сергей Морозов предложил создать в регионе так называемый межрегиональный авиационный кластер. Мы считаем о том, что давно пришла пора выйти многим регионам за пределы административных территорий и создать вот такие межрегиональные кластеры. Ну, например, вокруг Ульяновской области еще несколько регионов занимаются авиационной тематикой. Это и Татарстан, и Самарская губерния, как минимум. И мы думаем, что мы могли бы создать здесь вот что такое прообраз будущего мощного российского авиационно-космического кластера. Федеральные эксперты инициативу губернатора поддержали. Создание кластера позволит руководителям предприятий управлять качеством, а инвесторам даст возможность увеличить рынок сбыта. Возможно, если будет принято важное решение руководством области, будет выстроена некая цепочка, но уже она будет формализована и позволит потенциальным инвесторам локализовать производство в тех выпавших звеньях, которые есть уже в сложившейся цепочке. Тем более на территории Ульяновской области действительно достаточно много промышленной инфраструктуры, которая способствует снижению издержек для потенциальных инвесторов. Промышленный кластер позволит привлекать в регион федеральные средства на развитие предприятий. По словам экспертов, инвестиционная привлекательность Ульяновска увеличится в разы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.